Від роботи хендлера залежить, наскільки успішним буде виступ собаки на виставці. А що самі хендлери вкладають в поняття своєї роботи, маленькі компанії розповіла хендлер з Москви Марія Євтєєва. Хендлер, ну, дословно, как бы, да, сам термин обозначает хендлер, человек, который выводит собаку в ринг. А реально, конечно, я в слово хендлер вкладываю более глубокое понятие. Я считаю, что хендлер – это человек, который хорошо выставляет собак. Для того, чтобы иметь право называть себя хендлером, недостаточно просто держаться за ринговку. Основна робота хендлера, каже Марія, відбувається не на виставці, а вдома. Професіонали своєї справи не тільки ретельно займаються, а ще й регулярно вчаться, споглядаючи за роботою своїх конкурентів. На выставке со стороны от собаки требуется не очень многого. От нее требуется красиво и стабильно пробежать и красиво и неподвижно постоять в стойке, то есть неподвижно для оценки эксперта. Ну, со стороны обывателя это, конечно, нехитрая задача, а со стороны участника задача довольно сложная. Мы занимаемся тем, чтобы собаки выполняли все команды хендлера, это конкретно двигаться в нужном темпе, с нужной скоростью, в нужном направлении, четко по команде хендлера. Это же касается и стойки. Собака должна стоять в определенном положении, собака должна разрешать хендлеру переставлять ноги, поправлять голову, хвост неподвижно. При этом мы будем учить собак вставать в стойку самим, без внешней помощи хендлера. И чтобы совсем усложнить задачу, все эти элементы собака должна делать с удовольствием и с ярко выраженным желанием. Хоча інколи нашим песикам зовсім не хочеться бути зірками, саме тут на допомогу і приходить професіоналізм хендлера. Бо справжній хендлер знає, як зробити собаку тієї чи іншої породи королевою рингу. Желание хендлера работать с определенными породами также имеет значение. Есть хендлеры, которые по велению сердца выставляют определенную группу. Терьеры или легавые, или, например, колли шелси, как бы, да, и занимаются только ретриверы, как бы, да, и занимаются только этими породами. Есть хендлеры, которые выставляют все породы. Другое дело, что я абсолютно убеждена, что хендлер не обязан взять незнакомую собаку, выйти в ринг и претендовать на победу. Безусловно, он должен с ней потренироваться. И такое бывает часто, и в этом нет ничего страшного, когда у хендлера не получается работать с той или иной собакой. Это совершенно нормально, естественно. Тож не слід дивуватися, якщо хендлер не може або не хоче одразу виставляти незнайому йому собаку. Адже для того, щоб ваш песик отримав гарні результати, в нього має бути абсолютний контакт із людиною, що його виставляє. У другу чергу хендлер має бути цікавий для собаки як партнер. Для этого он должен быть достаточно веселым, достаточно интересным, где-то немножко непредсказуемым, чтобы у собаки был неувядающий интерес. Хендлер должен вызывать собаке положительные эмоции. И самое важное, хендлер должен четко знать, что он делает. Любой хороший хендлер, безусловно, разбирается в экстерьере, потому что показ и хендлинг – это технический элемент выставки. Это необходимое, но недостаточное условие для выигрыша. Я могу сказать, что всегда главной на выставке остается собака и ее качество. Хендлинг – это просто технический элемент показа. Цей елемент, тим не менше, є дуже важливим, адже собака приймає хендлінг як цікаву гру. Саме тому для неї і буває важливо отримувати винагороди. Хороша виставочна собака совершенно сознательно виставляється. В тому плані, що вони розуміють, що вони роблять в рингі. У них, конечно, есть некие черты самолюбования. С другой стороны, я считаю, что нельзя сказать, что из любой собаки можно сделать звезду, как бы это было бы неправильно. Но, скажем так, из половины собак, кому дано природой хороший экстерьер, как бы, да, и нормальный темперамент, можно сделать выставочную собаку. Підхід можна знайти до будь-якої собаки. Головним залишаються позитивні емоції і для песика, і для людини, яка його виставляє.